Автор вопроса под псевдонимом «Солнце» спрашивает, как покаяться женщине, которая до своего замужества имела половую связь с мужчинами, прерывала беременность, и все это она скрыла от мужа, которого очень любит и боится потерять, и который очень раскаивается о своем прошлом. Ну, здесь ответ как бы несложный, заключается в том, что Всевышний Аллах Субхану Та'аля говорит: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Аллах обращается к своим рабам, чтобы они не отчаивались в милости Аллаха Субхану Тааля, потому что Аллах прощает все грехи, кроме ширка, как сказано в других аятах. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. Аллах не прощает, что предавали ему сотоварищи, и может простить все другое, если человек совершит искреннее тауба, искреннее раскаяние, искреннее покаяние. И в другом месте в Коране говорится: «Иннаху ля яйасу мин рухиллях илля л-каумил кафирун», что не отчаиваются милости Аллаха Субхану Тааля, кроме неверующих. Если вы сегодня являетесь истинной мусульманкой, которая соблюдает все религиозные обязанности и является любящей и преданной своему мужу, женой, и вы искренне будете жалеть о содеянном и вознамеритесь о том, что никогда к этому мерзкому и низкому пути и поведению не вернетесь, и если вы будете жалеть о содеянном, я думаю, что Аллах Субхану Тааля примет ваш дуа, потому что Аллах тауба любого человека примет, пока его душа не дойдет до гортани, или же солнце не зайдет с запада. والله أعلم.